Спортсмены с неограниченными возможностями. В минувшие выходные Иваново стало центром проведения чемпионата и первенства России по карате среди глухих. Участие в турнире приняли более 100 спортсменов, от начинающих каратеков до заслуженных мастеров спорта. Для нас большая честь принимать соревнования в такого группе. Мы надеемся, что условия соревнований сегодня будут удовлетворять самые высокие стандарты. Надеемся на то, что выдающиеся спортсмены, которые приехали к нам, будут довольны уровнем и организацией соревнований. На татами сошлись спортсмены в возрасте от 14 лет и старше. Из Нижегородской, Калининградской, Саратовской, Воронежской, Ивановской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Для этих ребят их диагноз не стал преградой на пути к спортивным достижениям. Трудности они побеждают так же легко, как своих соперников на татами. Они являются отборочными для участия в чемпионате Европы, который состоится осенью в Ереване. Ивановские каратеки на турнире показали себя достойно. Спортсмены из нашего региона завоевали 3 первых места, 5 вторых и 1 третье. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.